Дорожная обстановка в регионе в конце предыдущей недели и в начале этой выдалась напряженной. Так, 5 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Первая Сибирская водитель Ниссана совершил наезд на 23-летнюю девушку. С травмами головы и ушибами пострадавшая обратилась в больницу. В отношении водителя составлен административный материал. Еще один несчастный случай на дороге произошел 7 октября на парковке автосалона по улице Фрунзе. Водитель грузового автомобиля с полуприцепом при движении задним ходом совершил наезд на автомобиль «Лада Калина». У багажника находился владелец легкового авто. В результате дорожного инцидента водитель автомобиля ВАЗ с ушибом головы после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался. По факту ДТП возбуждено административное расследование. А в понедельник рано утром на 27-м километре трассы Иваново-Родники произошло ДТП с участием автобуса ПАС. Он перевозил рабочих из Вичуги в Иваново и по какой-то причине опрокинулся. Со слов 52-летнего водителя транспортного средства, ему на встречную полосу выехал внедорожник. Чтобы уйти от столкновения, он сместился к краю дороги. Зацепил обочину, не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса в кювет. В автобусе находились 12 человек. 6 из них получили травмы. Диагнозы пострадавших уточняют врачи, а сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. Любовь Почерникова, РТВ Иваново.